Так, друзья, у нас первая находочка на сегодня. Это видео монеточку. Смотрим, что это за монета такая. Что это у нас такое? Советский Союз, конечно. СССР. Даже смотреть не могу. Не могу смотреть, потому что ничего не вижу, ребята. То ли 10, то ли 15 копеек. 15 копеек, по-моему, это до... После реформы, наверное, ребята, забираем, идем дальше. Такой интерес сильно не представляет. И ложим хабарный щучпок, первая монетка, закрываем. Опа, друзья, всем привет, вы на канале «В поисках Лара Серега». Ну что, друзья, начинаем. Тиндерин. Сегодня хожу с товарищем, ходим по новым местам, вообще исследуем. Ну, видно, что копано. Начинаем? Поехали. Посмотрите, друзья, какая мне красота попалась только что. Вот такая вот красота. Какая-то старинная привеска, ребята. У нас сегодня копается... Вообще далеко. Даже не в своей стране я копаю. Уехал чуть-чуть подальше. Вот такие вот дела, ребят. Смотрите, какие находки прикольные, красивые. Ну, а что такое древняя какая-то привеска? Даже какие-то вот эмали сохранились. Смотрите, красота какая. Ну, такое очень редко попадается. Прикольно. Копаем дальше, ищем, ребята. Вещь просто классная. Дорогие друзья, всех вас я приглашаю на коп. Но чтобы начать копать, чтобы заниматься этим, начать этим делом замечательным, надо приобрести металлоискатель. Лично я рекомендую магазин «Антиквар-32». Вот такой вот магазин, самый лучший в России. Только в «Антиквар-32» самые низкие цены на все модели металлоискателей. Только в «Антиквар-32» вы можете обменять свой старенький металлоискатель на совершенно новый прибор. Переходите по ссылке в описании в магазин «Антиквар-32», выбирайте интересующие вас товары, вводите промокод в поиске кладов и получите самую крутую скидку на покупку. Заполняйте контактные данные, выбирайте способ доставки и нажимайте кнопку «Оформить заказ». В «Антиквар-32» огромный выбор товаров по поисковой тематике. Магазин имеет 7 точек продажи металлоискателей в России. Магазин «Антиквар-32» – самые низкие цены и гарантия качества. Кто затрудняется с выбором, друзья, обращайтесь ко мне ВКонтакте. Я вам обязательно помогу выбрать ваш первый металлоискатель. Посмотрите, друзья, какой красавец какой выпал, а. Глубоко лежал, очень-очень глубоко. Такой ключ старинный кто-то носил и потерял, ребят. Ну, древний ключ, что я могу сказать. Смотрите, как красота железная. Так, друзья мои, выскочила только что конинка. Скорее всего, сделана из монеты. Толстенькая, видно, что из монеты, ребята, фигачили, скорее всего, из 2 копеек. И было еще несколько советских монет, не стал показывать. И была еще вот эта самая пуговка. Пуговка, ребята, кольцо птичье с номером. И монеты советские, ничего такого интересного. Пока что как-то так. Посмотрите, друзья, ко мне вылезла красивая пулька. Это у нас что? Пуля Минье. Ребята, не надо смеяться, не надо улыбаться. Она так называется. Пуля Минье. Чпок. Оп. Лес такой красивый, ребята. Красивый, почва красивая. Копается хорошо. То есть, ну, надо выхаживать. Грибы, ребята. А здесь в кустах стоял, ребята, фундамент распахан. Видно, хожно-перехожно. И выскочил крестик. Крестик такой красивый, ребята. Интересный крестик, ушко на месте. Ну, необычный такой, не каждый день такие попадаются. Так что хорошая находка, прикольная, интересная. Чпок. Так, ребята, у нас выключилась. Почему выключилась? Выскочила большая монета. 5 копеек, 1946 год. Самый ходовой, 46-й, послевоенный. Война закончилась, и начали их штамповать монеты. Ну, красивенькая, желтенькая монетка. Так, машина едет. А, там мотоциклист, мотоциклет. Чпончики. Так, друзья, у меня выпало 10 рейс фенигов. Цинковая монета времен Второй мировой войны. Вот здесь даже была эта самая домовая яма, видно. Правда, заросла вся, ребята. Ходить, ну, тяжело уже, лето есть лето. Ходим тут, бродим с товарищем. 10 рейс фенигов. Уже по 10-му кругу делаем. Чпок. Опа. Посмотрите, друзья, какая красота. Вы только посмотрите, где я нахожусь. Ай, красота, ребята. Просто великолепие. И какой здесь берег обрывистый вниз.
Ну, вниз спустишься, забраться наверх уже будет очень тяжело. Просто восхитительная природа. Непередаваемое ощущение. Благодать. Ляпота, как говорил Иван Васильевич в фильме. Иван Васильевич в фильме Иван Васильевич. Так, сейчас мы с вами перейдем в такую небольшую речушечку. О, здесь как раз проходик есть. Проходик, и мы здесь пройдем. О, видите, кто-то прорывал такую вот узкую колею, чтобы вода уходила. Здесь уже все намного шире. Кто-то просто прорывал. Чтобы водичка, водичка, чтобы проходила. Красота, ребята, красота. Очень-очень красиво в лесу. Блин, только недавно не было вообще травы. Смотрите, ребята, уже какая-то самая крапива выросла огромная. Огромнейшая крапива. Даже через штаны чувствую, как она меня щипет. Ребятушки, приветик. Так, тут уже хабарницу я подготовил, ребята. Выскочила мне пуговка, Пуговкин Михаил, Пуговкин. Вот такая пуговица. На ней никаких рисунков нету, но зато есть ушко. Забираем ее в хабарницу и продолжаем ходить. Вот такие вот еще два лемеха, друзья, вытащил. Тоже к машине потом отнесу. Прямо везет мне в последнее время на дождь, друзья. Опять дождяра идет. Уже час хожу, ну промок уже весь. Ну, не кончается у неба. Все затянуто. Конца вообще не видно. Ну, уже как бы вечереет, все, еду домой. Смотрите, какое хитрое животное. Прямо возле моей машины вырыло себе нору. Вот я не знаю, кто подъезд даже. Такое же хитрое животное. Я увидел что-то беленькое. Это оказался камушек, ребята. Думаю, что такое белое? Смотрю, камушек. А потом смотрю, там дырка. Дыра. То есть какое-то животное залезло и сделало себе домик. Так вот хитро вообще, что... Так вот хитро, что вообще фиг увидишь. Фиг найдешь. Ой, как все замечательно. Не знаю, что замечательно, но все, по-моему, очень даже замечательно. Все, друзья, делаем обзор находок. Смотрим, что мы там накопали. Не забываем, друзья, что ссылка на магазин металлоискателей «Антиквар-32» стоит в описании под видео. Также вы можете обратиться ко мне ВКонтакте, и я вам посоветую, какой вам лучше выбрать прибор. Грибочки, красота, прям тут идет сигнал. Поет моя душа, нашел я, что искал. Смотрите, что нашел, стоит в лесу стена. Откуда она здесь, стоять тут не должна. Оп, трин-дин-дин-дин-дин, Сережа молодец. Дин-дрин-дин-дин-дин-дин, для многих образец. Дин-дрин-дин-дин-дин-дин, мне снова повезло. Хотя не ожидал, но выкопал назло. На сегодня все, друзья, в больном канале в поиске Квара с Серегой. Пока.